Через комиксы к знаниям. В Карагандинской специализированной школе имени Нурмакова ученики изучают предмет истории через аниме. Причем сами учащиеся и являются создателями красочных журналов об истории Казахстана. Одиннадцатиклассницы разработали и уже выпустили первый журнал про казахское ханство. Подробнее в сюжете. Все мы знаем аниме «Наруто» и «Аватар». В Карагандинской школе имени Нурмакова стали изучать историю Казахстана через комиксы. Давайте узнаем у наших ребят, как они создают рисунки. Аниме – японская мультипликация, которая отличается характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. Идея создать аниме-комиксы об исторических личностях придумала преподаватель истории Асем Тарыбаева. Преподаватель неоднократно замечала, что ученики средних классов интересуются аниме «Наруто» и «Аватар». Предложила старшеклассникам сделать казахские комиксы, но героев изображать в стиле аниме. Учительницу поддержали 11-классницы. В ноябре прошлого года «Кружок» выпустили первый журнал «Казахское ханство». Он состоит из 20 страниц. За основу был взят роман Ильяса Есенберлина «Кочевники». Мы начали изучать именно историю на казахском и комиксы. И ничего, мало информации про это. И вот появилась идея для 5-6 классов сделать такой комикс. И вот первая серия уже вышла. Мы обсуждали, с какой серии мы начнем. Потому что мы изначально знали, то, что сделаем минимум как 3 серии этих журналов. И вот начали именно с образования казахского ханства. У нас такое было. Ну, мы тоже все это делали впервые. И образование казахского ханства был такой для нас очень хорошей темой. Воплощая задумку преподавателя, 4 школьницы Мольдер Аулихан и Фариза Сагит рисуют, а Фатима Амирзада и Аружан Булгунаева собирают и обрабатывают информацию. Над первыми аниме-комиксами школьницы трудились около 2 месяцев. Больше всего времени ушло на обсуждение и проверку исторических материалов. На данный момент мы занимаемся проработкой рисунков следующего нашего выпуска по алашординцам. Конкретно мы будем фокусироваться на одном представителе. Это Ахмед Петерсонова. И на данный момент я сейчас рисовала его. Это объединение моего хобби и моей учебы одновременно. И это я не отношусь к этому как к работе в школе, потому что мне очень нравится этим заниматься. И я надеюсь, это дело будет продолжаться и после нашего выпуска. Школа всячески поддерживает и обеспечивает юных издателей необходимыми материалами. Сейчас идет работа над вторым журналом «Алашская интеллигенция». На этот раз в нем будет уже 40 страниц. В год планируется выпуск 4 комиксов. Но самое главное, комиксы получили признание у школьников. Их с интересом читают и рассматривают 6-классники. Пользуются популярностью и создатели. У девочек уже начали просить автографы. Тамирис Лёгобылова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-й канал.